Елок приносит немного, потому что ощущение праздника еще сохраняется дома, как минимум до Старого Нового года. Но уже с середины января елок приносит много, и уже к концу месяца их можно собрать несколько тонн. К примеру, в прошлом году мы в феврале месяце отправили в фермерское хозяйство 4 тонны елок. Экологическая осознанность, она увеличивается, то есть люди все больше задумываются об экологии, о своем экоследе, все больше говорят о переработке, и все больше казанцев даже приносят различные виды вторсырья на переработку. Пластик, бумагу, а сейчас можно и елки.